Ребята, я вас всех приветствую, и в данном обзоре мы поговорим о проекте CoinChase и расскажу про токен данного проекта. Так вот, CoinChase — это ведущая в мире блокчейн-платформа для публичной продажи. В общем-то, вы можете сейчас пройти регистрацию и получить $10 бонусов. Я же пока расскажу про данный проект и про его токен опять-таки. Ну, видно сразу же, что высокие рейтинги у данного проекта, то есть... Допустим, 5 из 5 на трек ICO, 9,9 из 10 на ICO Marks, 4,2 из 5 на ICO Bench, допустим, на Fox ICO 9,5 из 10, ну и так далее. То есть рейтинги сами вы видите, и, соответственно, это очень и очень хорошо. Также есть последние новости по проекту на, допустим, CCN, на Yahoo Finance, на Business Insider, на Reuters, на NASDAQ, на Token Tops. Вот, ну и, соответственно, на, допустим, Product Hunt. Что же дальше важно заметить? Это функция страхования возврат при падении токена. Что здесь мы с вами отметим? Что у нас, собственно говоря, есть такое вот взаимодействие, треугольник, да, по сути. Есть пользователи, есть страхование возврат при падении токена и есть проект. И, соответственно, получается так, что у нас с вами они взаимодействуют по кругу, то есть это пользователи возврат при падении токена, вот, ну и также взаимодействуют пользователи с проектом и страхование при падении токена в проект. То есть, проще говоря, что для того, чтобы защитить участников на медвежьем рынке, который сейчас у нас происходит, то есть медвежий рынок, когда курсы падают, так вот при этом CoinChase стоит на стороне пользователей и просит стороны проекта участвовать в страховании возврат при падении токена. Если средняя цена токена проекта упадет ниже цены публичной продажи после 48 часов первого листинга на биржах, пользователи могут выбрать возврат их монет платформы CoinChase. Вот такая вот интересная функция, которая, я думаю, что для многих пользователей будет очень и очень приятной. То есть важно понимать, что CoinChase в принципе делится своей прибылью с ранними участниками CoinChase. То есть видно, что здесь идет плата за услуги публичной продажи, плата за маркетинговые услуги, и также прибыль CoinChase распределяется среди пользователей вот таким вот образом, как показано на диаграмме. Также CoinChase помогает пользователям найти по-настоящему ценные блокчейн-проекты, и то, что я говорил, что делится своей прибылью от публичных продаж, ну, это мы с вами уже, в принципе, вкратце обсуждали. Далее видим, как работает CoinChase, то есть есть блокчейн-проекты и пользователи. Есть также консенсус, и, соответственно, к нему приходит KYC, допустим, это подтверждение личности, также рейтинг, комментарий, статическая динамическая информация о проекте, страхование возврат при падении токенов, также AMA, клубное членство, торговля C2C, реферальная система, программа Bounty, ну и также кошелек Ethereum либо Bitcoin. Ну что ж, далее поговорим про токен CoinChase. Он используется для вознаграждения членов платформы, то есть это, по сути, utility токен. И, в общем-то, что мы с вами должны обсудить. Это, собственно говоря, способ взаимодействия. Так вот, здесь такой тоже круговой способ взаимодействия между CoinChase и пользователями, то есть участвуют в публичных продажах, распределяются CCN, также есть клубное членство, потребление CCH. Вот, и что еще важно, почему действительно надо покупать прямо сейчас данный токен? Ну, это прежде всего рост. Рост чего? Рост количества пользователей, рост количества членств, рост потребностей в CCH и, соответственно, рост стоимости. И, соответственно, такая круговая система, которая приводит к росту цены, что, безусловно, хорошо для всех участников данного проекта. Далее мы видим ролики, которые описывают данный проект. Ну и поговорим давайте про... собственно говоря, токен сейл. Так вот, 10 миллиардов, вернее, токенов они выделяют. Всего стимулирование для участия 51%. У них будет публичная продажа, равняется не 20%, а также команда 15% получает, и данные токены заблокированы будут на определенное время. На экосистему при этом будет уходить 10% и 4% на советников и ранних инвесторов. Далее мы видим различные даты и этапы скидок. Вот, то есть, собственно говоря, этап номер 2 начнется 20 декабря, когда закончится, еще пока точно неизвестно. Скидка будет 25%. Первый этап уже, к слову, скажу, что завершился. Далее идет знакомство с командой данного проекта. Ну, сильно подробно описывать не буду. Здесь важно то, что
есть описание, чем занимается каждый из этих людей, есть ссылка на профиль LinkedIn, то есть можно перейти и убедиться, что это реальный человек, и также при желании написать ему и задать вопросы по данному проекту. Но единственное, что здесь вы видите, что команда в основном из Азии, то есть вам нужно знать либо их национальные языки, ну либо как минимум английский язык, то есть думаю, что в английском языке вполне можно будет задавать вопросы, ну, собственно говоря, они наверняка должны владеть английским для общения с клиентами. А также есть и советники, вот, то есть советники тоже наверняка многие знают английский язык, потому что недалеко не все из Азии, и тоже с ними можно, в принципе, пообщаться и узнать конкретно мнение каждого из этих людей по данному проекту CoinChase, то есть что они вообще по нему думают. Советников здесь 5 человек. Ну что ж, на этом, по сути, уже завершается данная информация про токен CoinChase, вот, и про особенности данной платформы. Далее там есть различные контактные данные, ну, собственно говоря, это уже, пожалуй, не так важно, но кого интересует, конечно же, те могут перейти и, собственно говоря, сами в этом всем убедиться и познакомиться с деталями данного проекта. Ну что ж, пока же тогда хочу с вами попрощаться, надеюсь, что обзор вам понравился, тогда всем спасибо за его просмотр и всем пока.